Добрий вечір. У ефірі телекомпанії «Ставек». Завжди цей час. Програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Є сьогодні це Артем Кривцов, голова громадської організації «Молодіжний центр наукової діяльності». Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Артем, рады приветствовать вас в нашей студии. Говорим сегодня о перспективах Николаевских судостроительных заводов, а именно Черноморского судостроительного завода и бывшего завода имени 61-го коммунара, сегодня Николаевский судостроительный завод. Ну, собственно, мы понимаем, что когда-то построены на этих предприятиях военные корабли и, собственно, гражданские суда бороздили просторы Мирового океана. Сегодня то, что осталось от предприятий, влачит жалкое существование, прямо скажем, агонизирует. Ну и давайте так, сразу поясним нашим зрителям, что вы, несмотря на молодость, вы не случайный спикер по этой теме, потому что у нас 5 августа в Николаеве состоялась обширная дискуссия в рамках платформы Meetup Projector про проекты розвитку міста Творимо Миколаїв разом. И, собственно, вот в ходе этой дискуссии вы высказали ряд идей по возможной реорганизации территорий этих предприятий, вообще реорганизации этих предприятий. Поэтому об этом и говорим сегодня. Для начала. Откуда у вас интерес к этой теме? Спасибо большое за то, что пригласили меня в эту студию и рассказать более подробно о нашем проекте. Естественно, идея произошла, когда был объявлен именно реализация этого проекта Meetup Projector Международным исследовательским университетом и Центром поддержки бизнеса. Это Сергей Стужук, Артем Василенко. Я им очень благодарен за то, что тоже есть такой очень важный и очень полезный проект для нашего города. И в рамках этого проекта возник вопрос, что же наша организация может предоставить? Либо это будут инновационные технологии, либо реновационные. Естественно, инновационные технологии на сегодняшний день очень развиты, особенно в городах Европейского Союза и в странах, где активно развивается технократия. То есть IT-индустрия и электронные мощности страны. Но, к сожалению, многие люди, согласно теории государства и права, забывают о индустриализации, то есть о реновации. Ведь на территории города Николаева находится много объектов именно инженерных, как и в 18-м, так и 19-м столетии. Но, к сожалению, их никто не реставрирует. И именно процессы реновации, они имеют смысл реставрировать данные объекты и дать им вторую жизнь. Да, может не по назначению тому, которое у них было изначально, но хотя бы развивая социально-экономический потенциал города. И тем более наша организация включает в себя молодых, как и студентов, и экономистов, и историков, менеджеров, и даже юристов. Мы командой решили создать очень уникальный проект по реновации, который меняет Николаев. Хорошо, это были, собственно, в этом проекте воплощены или прописаны ваши личные идеи, либо, возможно, чей-то опыт отечественный и западный был взят за какую-то основу. Перед тем, как разрабатывать проект, во-первых, мы положились на историческое прошлое нашего города. Ведь мы все помним 1860 год. Именно этот год очень активно описанный в интересной исторической книге Григория Г., которая называется «Исторический очерк столетнего Николаева». Именно в этой книге описаны первые 100 лет жизни нашего города. И 1860 год, по мнению Григория Г., это был очень переломный год для нашего города, ведь именно тогда началось выполнение Парижского мирного договора 1856 года, который предусматривал прекращение судостроения именно военного в городе Николаеве. А ведь Николаев в то время был самой ведущей военной судостроительной верфи на юге Украины. И для того, чтобы выйти из такой ситуации, то градоначальник и генерал-губернатор города Николаева Богдан Александрович Волгозинап сделал именно две вещи. Построил коммерческий порт и по просьбе бизнеса начал активно развивать железнодорожный транспорт. И самое интересное то, что именно Богдан Александрович фон Глазенап дал доступ международным судам заходить в порты и в гавань города Николаева, тем самым развивая международную политику. Ну и как юрист хочу сказать, что именно благодаря такой концепции еще в Николаеве началось активное развитие муниципального права, потому что началась очень позитивная реформа
муниципальных советов и депутатского, на тот момент корпуса, как их называли, гласные городской думы, благодаря которым началось развиваться как и малый, так и средний бизнес и сельское хозяйство. Тем самым Николаев начал занимать рекордные сборы урожая и открываться фондовые международные биржи и товарные биржи, ну и, конечно же, международные банки. То есть, собственно, вы проводите такие некие параллели с событиями середины 19 века, когда абсолютно справедливо вы говорите о том, что в результате Крымской войны Российская империя, в составе которой тогда находился и город Николаев, потерпела сокрушительное поражение. Континентальная армия Российской империи была разгромлена фактически десантными войсками там, целой коалиции, в том числе европейских государств. И вот действительно Николаеву было по условиям мирного договора запрещено строить, крепости были срыты на юге Украины, перестали существовать, и было запрещено, собственно, развивать вот эту вот именно судостроительную, кораблестроительную составляющую экономики. Выход действительно был найден в развитии именно торговли, торговых мощностей, порта. Вы видите, что, собственно, вот эти вот параллели, их можно, то, что называется, в сегодняшний, вот этот опыт можно применить в нашей сегодняшней истории. Я правильно понимаю? Да, ведь, как говорится, если человек не знает истории, то у человека нет будущего. Так же самое, если мы возьмем полностью совокупность жителей города. Если жители города не знают истории, то у них, к сожалению, нет будущего. Поэтому именно таким девизом мы решили и поднять вопрос, показать ретроспективу прошлого, да, 19-го столетия, на новый современный лад. Тем более, что если мы даже возьмем и реновационные технологии города Батуми, вот у них это очень хорошо используется, особенно изучив программу культурных зданий. Именно многие здания культуры и образования именно города Батуми с середины 20 века на сегодняшний день также само трансформируются. И это и в современные молодежные хабы, и в современные культурные центры международного уровня. Хорошо, давайте, может быть, немножко расскажете еще о себе. Мы поняли о том, что вы юрист по образованию и человек, интересующийся, собственно, историей города Николаева и то, что называется, задумывающийся о его будущем. Еще немного о себе. Где учились, где работаете. Возможно, есть какой-то опыт, ну, я не знаю, там, каких-то общественных, гражданских, там, социальных активностей. Ну, кроме юридического образования, еще есть военное образование, которое на сегодняшний день также самое активно получаю и повышаю. И более того, именно военное образование мне помогло изучить военную историю города Николаева, тем самым и защитить научные статьи на международном уровне, благодаря которым я тоже смог осознать именно все военные потенциалы нашего города. Ведь именно 1860 года, да, именно тогда был военный потенциал города, и нужно мне было его конкретно исследовать. Ну и, конечно же, благодаря тому, что учусь в военном вузе, мне это очень помогло. А так, с 2015 года я активно принимаю участие в молодежной политике города Николаева, и уже больше 4 лет я являюсь главой общественной организации «Молодежный центр научной деятельности». Наша организация включает в себя более 50 членов организации, это студенты разных специальностей вузов Николаева. И самое интересное то, что даже преподаватели многих университетов и колледжей также самое присоединились к нашей организации. Они помогают нашим представителям участвовать в международных конференциях именно научное кураторство, что очень необходимо для нас. И у нас работают 3 направления. Это, естественно, молодежная политика, молодежная наука и правовое образование. За 4 года мы смогли реализовать ряд правообразовательных проектов в Николаевском городском совете и в системе бесплатной правовой помощи, и которые касались и муниципального права, где обсуждались не только, да, вот правовые направления, но еще и социально-экономические показатели во время этого проекта. И дополнительно мы занимались активным созданием института
волонтеров правовой помощи при системе бесплатной помощи Николаевской области и Института параюристов, что является, скажем так, маленькой гордостью в сфере правообразования нашей области. Ведь именно эти институты были открыты одни из самых первых в Украине. Ну а так активно занимаюсь также научной деятельностью, именно в сфере нумизматики, бонистики, фалеристики, ну и, соответственно, муниципального и конституционного права. Лично вот так со своего опыта расскажу. Ну и, конечно же, мы активно поддерживаем и разные инициативы других организаций. Вот недавно мы поддержали очень интересный проект, это «Экономичная освита для взрослых», которая организовывалась совместно с общественной организацией «Центр молодежной политики Николаевщины» и «Управление молодежной политики Николаевского городского совета». Хорошо. Возвращаясь, собственно, к вашему докладу, который был озвучен 5 августа. Ну, основная его часть, так или иначе, касалась возможной реорганизации Черноморского судостроительного завода. Но, скажем так, во вступительной части, там речь шла и о возможной трансформации бывшего завода имени 61 коммунара, сейчас Николаевский судостроительный завод. Давайте с этого и начнем. Собственно, что предлагали? Первое, перед тем, как ответить на вопрос, хочу сказать, что данный проект – это не то, что является грантовый проект или государственная программа. Это, ну, это набор идей, безусловно. Это своеобразный призыв и обращение внимания как инвесторов, так и органов власти к существующей урбанистической, я бы даже так назвал, проблеме. Ведь у нас реально есть ряд промышленных объектов в Николаеве, которые стоят бесхозные и, к сожалению, в большом аварийном состоянии. А ведь многие из них являются исторической ценностью города. И для того, чтобы они обрели жизнь, мы создали такой условный проект, благодаря которым мы получили и медиахват, и поддержку жителей. А также самое главное для меня – это мнение каждого жителя города. И многие поддержали, многие также рассказали свои идеи. Вот. Хочу также отметить двух жительниц города Николаева, которые посмотрели выступление, написали мне сообщение о том, что очень понравилось развитие зеленого туризма в рамках этого проекта. Именно когда мы рассказывали о береговой линии, о том, что нужно развивать от яхт-клуба до парка народного сопричастия Николаевский судостроительный завод, то они предложили две идеи. Первое – сделать навесные стеклянные мосты, как в городе Киеве, чтобы открывался красивый панорамный вид на город. И второе – это благоустройство пляжей с соответственными пирсами для прогулочных кораблей. Ведь именно пляжей нам очень сильно не хватает, как они мне рассказали. Я тоже с ними, с другой стороны, согласен. И мне очень приятно, что именно граждане наши неравнодушны и не безразличны. И наоборот, готовы присоединяться к воплощению даже и в подаче идей своих именно в наш условный проект. Это отлично, что уже есть то, что называется обратная связь, есть реакция людей, и есть предложения, которые, очевидно, могут дополнять, собственно, те идеи, которые вы озвучиваете. Но вот сейчас у вас есть телевизионный эфир. Можно, то, что называется, еще больше привлечь аудиторию к обсуждению ваших предложений. Поэтому, в части Николаевского судостроительного завода, что предлагаете? Николаевский судостроительный завод находится в самом историческом сердце, я даже сказал бы, города Николаева. Именно из этого завода началось и создание нашего славного города Николаева. И самое уникальное в том, что именно на территории этого здания есть объекты, которые были построены в 18-м еще столетии. И согласно нашей истории города Николаева, именно на территории этого завода был построен и один из первых эллингов в Украине. Это тоже является гордостью нашего родного Николаевского края. Естественно, для того, чтобы сохранить эти объекты, я ознакомился перед этим и с точки зрения и органов центральной власти, и органов местного самоуправления. И все-таки я тоже поддерживаю эту мысль, что нужно создать там объекты индустриального туризма, или как это называется, индустриальные парки. Каким это образом? То есть можно создавать интересные культурные центры, которые развивали бы гуманитарную политику нашего города. Было бы очень отлично бы построить и молодежные хабы, ведь у нас Николаев – это город молодежный. И даже Николаевский городской голова Александр Сенкевич, он является самым молодым мэром областного центра в Украине, и тем самым он активно развивает молодежную политику. И для того, чтобы ее активно развивать, нужны определенные помещения и пространства для людей, которые являются представителями молодежи.
И самое, также самое интересное то, что по статистике со многих областей Украины, в том числе и Кировограда, и Херсона, приезжают много абитуриентов с этих областей, и они составляют также самую немалую часть студенческой жизни нашего города. И таким образом, именно благодаря развитию индустриального туризма, мы можем и развивать и молодежную политику, тем самым привлекая иногородних студентов. Ну и самое интересное то, что на территории Николаевского судостроительного завода находятся в акватории именно три моста, и которые также самое входят в ансамбль этой промышленной площадки. И это будет шикарная идея для того, чтобы развивать дорожные артерии нашего города, скажем так, разгружая город и создавая новые объекты дорожной инфраструктуры. И дополнительно можно включить, как я и говорил, это береговые линии, то есть ее полностью расширить и очистить, для того, чтобы сделать и пешеходные зоны, и велотрассы. Ведь у нас многие жители города, я поддерживаю тоже их точку зрения, с точки зрения велотуризма и велоинфраструктуры. Исторический стапель, который, собственно, николаевцы, которые гуляют по пешеходному мосту, видят вот эту вот металлическую конструкцию, которая там находится в глубине акватории. Исторический стапель, ему, ну, я не знаю, больше 100 лет так точно. Не готов утверждать там, собственно, с точностью, но это историческое инженерное сооружение. Какой может быть его дальнейшая судьба? Он, условно говоря, пережил две мировых войны, пережил тяжелые 90-е годы, он устоял, его не распилили на металлолом. Какой может быть его дальнейшая судьба? Самое главное, как я говорил, это реновационный подход, то есть его сохранение и в дальнейшем его перепрофилирование. И самая главная наша задача, чтобы все объекты, которые находятся на заводе, не были уничтожены, а были максимально сохранены. Ведь если мы будем смотреть в проекты, да, в условные даже, то наша задача все равно таки сохранить этот стапель и сделать там, либо это будет так же самое и инженерный, как и был изначально объект, или же его перепрофилирование. Но опять-таки, я считаю, что у нас Николаев очень богат на кадровый потенциал. И когда мы получили широкий медиахват, то именно присоединились к этим дискуссиям известные ведущие экономисты, инженера и строители. И не каждый имеет свою точку зрения по развитию и стапелей, и дальнейших судьбы и всех остальных цехов. Я считаю, что если они поделятся своими мыслями, да, и будут в дальнейшем так же самое заниматься проектированием более профессиональной точки зрения, ведь наша задача — это призыв, а их задача — это будет уже исполнение и реконструкция, то я думаю, что все-таки они услышат наш месседж и смогут сохранить и построить очень важный объект для нашего города. На мероприятии, о котором мы сейчас говорим, присутствовал главный архитектор города Николаева, и он, собственно, обратил внимание присутствующих на то, что по-прежнему в разработке находится генплан города Николаева. В доработке, собственно, нас еще ожидает его обсуждение и, очевидно, голосование городского совета, поддержка и так далее. Отвечая на вопрос о том, что предусматривает, ну, как минимум на сейчас, генплан, вот тот проект, который в работе, на этой промышленной площадке, он сказал, что, ну, действительно, мы понимаем, что сегодня предприятие находится в подчинении Укроборонпрома, оно часть Укроборонпрома. От Укроборонпрома каких-то предложений городу по поводу будущего предприятия пока не поступало, но город закладывает идею, что на этой территории будет индустриальный парк. Это созвучно с тем, о чем вы говорите, я правильно понимаю? Да. Хорошо, движемся дальше. Ну и, собственно, основная часть вашего доклада касалась Черноморского судостроительного завода. Что предлагаете? Мы разработали, опять-таки, условный проект на примере города Гамбург. Это очень известный промышленный и портовый немецкий город, который имеет очень интересные практики по развитию портовой отрасли, именно с точки зрения как инноваций, так и реновации. И мы поэтому назвали это условно проект Гамбург Project. Согласно такому проекту, мы сможем реализовать концепцию, то, как реализовал Богдан фон Глазенапп, известный градоначальник и генерал-губернатор города Николаева, создав при этом современный железнодорожный терминал, портовый хаб. Ну и, конечно же, мы внесли маленькую такую
скажем так, современную изюминку, это создание кластера Light Industrial, развитие платформы малого и среднего бизнеса. А ведь малый и средний бизнес – это является основной налоговый поток нашего города. И так же самое малый и средний бизнес является очень важной экономической и социальной частью нашего города. Поэтому, согласно таких троих проектов, мы хотим сказать, что на территории Черноморского строительного завода есть 200 гектар, в общем, многих неиспользованных зданий. Но при этом там находится ряд важных стратегических мероприятий и предприятий. И если мы создадим портовый хаб и железнодорожный терминал вместе с кластером Light Industrial, мы сможем соединить эти проекты в одну промышленно-портовую платформу, тем самым поддержав промышленность нашего города. И, например, у нас в Николаеве, да, очень активно используются сыпучие грузы. Но, к сожалению, в Украине очень не развита, согласно портовой отрасли, таких как доставка колесного транспорта роллерами, это и рефрижераторные терминалы, и контейнерные перевозки. И самая большая проблема еще у нас это металлопрокат. Но это не только в Украине, это вообще в Западной Европе есть такая проблема. И чтобы это все ликвидировать на нашем, скажем так, всеукраинском и региональном уровне, то можно было бы все эти элементы, опять-таки призываю всех жителей Николаева так же самое поддерживать этот проект, чтобы ну, они тоже акцентировали на этом внимание во время медиахвата, что это очень так же самое необходимо для нашего города. Ведь если мы возьмем статистику, да, то в Николаеве находится очень много важных стратегических портов. И большинство молодежи, и большинство людей и работать идут именно в порты. Ведь там достойные зарплаты, достойные социальные пакеты. Даже я вот живу в самом историческом центре города Николаева, и у меня соседи практически работают и в Николаевском морском торговом порту, и в порту Никотера. И они работают от рядового инженера до сотрудника железной дороги. И я даже ну, вырос в этой, скажем так, в этих традициях, в этих семьях портовиков. Они меня всю жизнь окружали и окружают, за что я им очень благодарен. Хорошо. То есть речь идет о том, что вот у нас есть территория Черноморского судостроительного завода. С вашей точки зрения, в какой-то части этой промышленной площадки могут развиваться, продолжать развиваться портовые мощности, да? Да. В принципе, там, собственно, ну, географически находятся рядом достаточно серьезные железнодорожные мощности, но также некие железнодорожные мощности вы предлагаете развивать на территории современного, то, что сейчас, собственно, относится к территории завода. Я правильно понимаю? Да, ведь на территории Черноморского строительного завода есть очень важная и стратегическая железнодорожная ветка. Если ее активно развивать, то мы сможем сделать железнодорожную логистику, которая та же самая нашей стране очень сильно необходима. И мы даже со своей командой, вот общественной организацией моей железнодорожно-научной деятельности, подняли этот вопрос и даже взяли, скажем так, мнение экспертов именно железнодорожной отрасли. И они сказали, что если мы сможем развивать железнодорожную ветку, да, то мы сможем создать своеобразный логистический хаб именно для железнодорожных локомотивов и прочего вспомогательного железнодорожного транспорта, тем самым сократив пробки на дорогах. И ведь мы также само взяли статистику города Павлоград, и это тоже портовый город, который находится в Днепропетровской области, и стоимость одного вагона транспортировки зерна, да, стоит около 700 гривен. 70 тонн это стоит 24 тысячи гривен. А если мы берем фуры, да, то для того, чтобы нам транспортировать 70 тонн зерна фурами, нам их понадобится 3,5. И это по расчетам города Павлограда 49 тысяч гривен приблизительно, что в два раза дороже, чем транспортировки поездами. И тем самым мы сможем... Не берусь комментировать эти цифры, но окей.
Значит, а есть ли понимание, вот, собственно, что сегодня происходит на территории предприятия? Чья там земля? Там же вот мы слышим информацию о том, что там что-то банкротилось, что-то. То есть вот есть понимание, когда мы вот эти вот идеи озвучиваем, мы их адресуем кому? Просто николаевцам? Или есть конкретные люди, которые работают уже сегодня на территории предприятия, и, собственно, и от их решений, от их воли также может зависеть воплощение этих идей? Во время презентации нашего проекта в рамках Meetup Projector мы обращались в основном к инвесторам и к органам власти. Ведь много находится предприятий на территории бывшего Черноморского судостроительного завода. И что характерно, эти заводы имеют сферу как и судостроительной, так и судоремонтной. И ведь Николаев изначально это был судостроительный город, и у нас много жителей города являются потомственными судостроителями и представителями династии судостроителей. И если мы будем, скажем так, совмещать портовую деятельность, да, и судостроительную, в принципе, у нас даже есть предприятия на территории города Николаева, которые так и делают. Это зерновой элеватор плюс судоремонтный завод, который обслуживает баржи. Это будет очень эффективно, и это будет, я считаю, очень инвестиционно для нашего города. Ведь у нас есть хорошие акватории, у нас хорошие есть пороги для того, чтобы заниматься водно-транспортным транзитом, ну и чтобы, естественно, создавать и восстанавливать то, что мы имеем. То есть я правильно понимаю, что, собственно, ну, мы все понимаем, что на территории Черноморского судостроительного завода на сегодняшний день, несмотря на общее состояние упадка, но сохранился и судоремонтный, и судостроительный потенциал. Вы его также не отрицаете, и, собственно, вот и в этой части предприятие, собственно, и по основному своему предыдущему назначению также может продолжать работать. Я правильно понимаю? Да, ведь судостроение, хоть оно, к сожалению, у нас и очень сильно пропало на государственном уровне, но хотя бы есть у нас инвесторы-энтузиасты, я бы их так даже назвал, они более-менее восстанавливают судостроительную отрасль. Ведь у нас в Николаеве находится единственный университет, по которому обучают судостроители, единственный в Украине. И, естественно, должен быть поток молодых специалистов в наш город, ведь молодежь – это наше будущее, я всегда это говорю. Вот. И тем более, что молодежь, да, могут там называть иногда неопытная, иногда там просто не имеет определенную образованность в определенных вопросах, но все-таки. Есть такое выражение, как «век живи, век учись», и «плох судла тот, которым не мечтает стать генералом», как у нас говорят. Поэтому я считаю, что если молодежь активно будет привлекаться к таким проектам, помогать, скажем так, более опытным специалистам, то я считаю, это будет хорошая картина и хорошая экономическая, социальная составляющая нашего города. Окей. Но может быть еще вот такой вот нюанс. В принципе, в последние годы, что у городской власти, что у значительной части горожан, сформировалось достаточно негативное отношение вот именно к тому, что Николаев из города корабле и судостроения превратился в город-порт. Потому что действительно идет большой поток автомобильного транспорта через дороги города, он идет в наши порты и терминалы. И, собственно, причиняет значительно, фактически разрушаются дороги таким образом. Но те деньги, которые в виде налогов и отчислений город Николаев получает от портовой отрасли, они не покрывают расходов на восстановление этих дорог. И таким образом мы сегодня слышим заявление на уровне городской власти, что порт нам не нужен. Вы же тоже, наверное, слышите. Да. Эти заявления. Поэтому, когда вот у вас сегодня звучат предложения развивать именно портовую, продолжать развивать именно портовую составляющую экономики города, но мы можем допустить, что часть николаевцев могут критически воспринимать и даже негативно воспринимать ваши предложения. Готовы ли вы к этому? Я знаю, что много жителей были критически настроены к новым инновациям и даже восприняли всерьез, что будет такая программа у нас и государственная, или грантовая, опять-таки. И я считаю, что если
у нас на сегодняшний день, да, вот порты, они обеспечивают гигантский грузопоток через главные дороги города, через стратегические дороги города, ведь проходя через самый центр Николаева. Тем самым, что я вам скажу честно, что у меня на улице так же самое бывает и ездят фуры, грузовой транспорт, который также с портов выходит. Я знаю, что реально у нас есть проблема о том, что в Николаев поступает мало финансирования, точнее, мало бюджетных потоков, денежных потоков в бюджет города, да. И я также само знаю, что и с органов центральной власти, органов местного самоуправления также само к этому относится крайне негативно. Но я считаю, что все-таки у нас в стране проходит этап децентрализации. Я считаю, что согласно этой программе, да, вот, то каждый промышленный объект должен все-таки приносить прибыль в бюджет города. Ведь он находится на территории города, и город, грубо говоря, его обслуживает. Тем самым занимается ремонтом эксплуатируемых дорог, занимается развитием инфраструктуры при портовых территориях. Именно что город и органы центральной власти этим занимаются. Именно областной, в том числе облсадминистрация. И самый важный фактор то, что тот портовый хаб, который мы хотим предложить, он должен быть частным, то есть субъектом приватного права. А это насколько известно, что если юридический адрес субъекта приватного права будет именно в городе Николаеве, то все три объекта смогут приносить прибыль именно в бюджет города. Тем самым, благодаря такому массовому пополнению в бюджет, Николаев сможет заниматься в дальнейшем своим собственным благоустройством города, так же самое ремонтировать и реконструировать дороги и сохранять и обновлять коммунальную собственность. Так, ну и собственно, как уже выше прозвучало, у нас в городе продолжается работа над генпланом. И, собственно, надеемся, что в какой-то перспективе мы получим этот документ. Идеи, которые вы озвучены, но, очевидно, их уже надо каким-то образом трансформировать, чтобы они также были заложены в генплан. Есть ли какая-то коммуникация или вот, собственно, и в том числе и сегодняшний эфир, это способ донесения, собственно, этих идей до тех, кто будет принимать решения. Благодаря вообще форуму, как я уже говорил, Meetup Projector, на мероприятие были приглашены очень известные жители города, известные промышленники, инвесторы и даже органы местного самоуправления. И как мы раньше уже говорили в нашем диалоге, да, что во время моего выступления делал свой комментарий главный архитектор города Николаева. И когда он выступал, если честно, я не знал, чего мне ожидать. И мне очень приятно, что главный архитектор города Николаева поддержал и нашу инициативу. Это есть и на видеозаписях, и на записях трансляции нашего выступления. И как он заявил, что все-таки развитие индустриальных парков очень важно для нашего города. И все-таки благодаря так же самое и нашему с вами эфиру, и также всем средствам массовой информации, которые осуществляли информационную, скажем так, рекламу нашего проекта и наших идей, то мы считаем, что благодаря такой концепции мы сможем получить поддержку и органов местного самоуправления, органов центральной власти, и самое главное для меня — это поддержку горожан. Даже если поддержка будет, скажем так, из какими-то определенными правками или редакцией, ну и самое главное, с хорошими качественными советами, то, как говорится, что если у нас будет создана единая команда и единый механизм, то его будет очень тяжело поломать. Но при этом мы сможем создать что-то очень новое и очень полезное. Хорошо. Подводя итог разговору, все идеи, которые вы, собственно, и сейчас озвучивали, и я так понимаю, мы же в любом случае, ну, достаточно так в общих чертах обрисовываем то, что вы предлагаете. Систематизированы ли они в какой-то документ? Ну, то есть, условно говоря, если мы приходим к местной власти, либо центральной власти, там, на уровень кабинета министров, мы же должны положить что-то на стол. Поэтому есть ли вот это вот что-то, что мы можем положить на стол? Систематизированы, сведены ли эти идеи в некий документ, с которым можно дальше продолжать работать? Ну, как говорится, каждый проект создается из определенной идеи. Поэтому перед тем, как
идти и на эфир, и на участие в проекте, мы все-таки решили сначала поделиться своей идеей, своим видением. И самое главное, что мы пришли с условным проектом. Предложили то, что мы видим. И я считаю, что если органы центральной власти, органы места самоуправления, это ОБГУС, администрация, Николаевский городской совет, а я уверен, что они сегодняшний день ведут переговоры и пытаются сделать наш город лучшим и даже делают наш город креативным, красивым и, самое главное, молодежным. И если все-таки они смогут увидеть и наши программы, и увидеть, скажем так, мнение наших граждан, то все-таки, я думаю, в ближайшем недалеком будущем мы сможем поиметь хорошую программу, которая бы именно начала бы начало реализации этого масштабного проекта. Да, может быть, там будут коррективы, это согласен. Почему? Потому что будут уже реально профессионалы разбираться в этих вопросах. Я считаю, что они будут разбираться более конкретно и на благо нашей громады. Ну и, конечно же, в недалеком будущем, думаю, что и будет и определенный и законопроект, и нормативно-правовые акты, благодаря которым Николаев заживет новой жизнью. Хорошо, подводя итог разговору, то, что называется финальная точка. Каким вы лично видите будущее Николаева? Ну, на сегодняшний день Николаев очень сильно преобразуется. Начинаются реставрироваться и, скажем так, происходить реновационные процессы многих объектов города. Даже вот живя в самом историческом центре Николаева, я вижу, что меняются активно и коммуникации, реставрируются здания. То я считаю, что Николаев ждет светлое будущее. Но опять-таки, вся ответственность не только, да, на инвесторов и на политиков. Но и самая главная ответственность – это на каждом жителе города. Ведь в Николаеве и вообще в области у нас зарегистрировано около 2000 общественных организаций. Если каждая общественная организация будет объединять важные профессиональные круга граждан нашей территориальной общины, тем самым собирая и создавая новые креативные идеи, донося их власти и инвесторам, то я считаю, что Николаев сможет все-таки стать городом успешных и талантливых людей. Артем Кравцов, глава громадской организации «Молодіжний центр наукової діяльності», був нашим гостем, відповідав на наші питання. Дякую, найкращі успіхи вам, до побачення. Дякую за запрошення.